Сотни демонстрантов собрались в субботу в Берлине напротив здания Министерства финансов Германии. Собравшиеся выражали солидарность с Грецией и критиковали политику Германии и международных кредиторов в отношении этой страны. Акция была организована международной альтермандиалистской сетью «Атак». Речь о том, чтобы дать Греции шанс, дать шанс новому правительству, чтобы Европа не оказывала еще больше давления на эту страну, усугубляя трудности греческого народа. Трудности, которые были созданы извне, а не внутренней политикой Греции. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле настаивает, что проблемы Греции возникли из-за многолетней жизни непосредством, и ей не в чем обвинять ни Берлин, ни Брюссель. По данным последнего социологического опроса, 52% немцев хотели бы, чтобы Греция покинула еврозону.